много букв. Не хочется буквы читать. Ой! А что произошло? Что я выпил? А, у меня энергия-то ушла вся. Что со мной? Кто-то прошел. Ребята, кто-то прошел. Кто-то ходит здесь. Ну все, меня заскрематурят жестко сейчас. Эти базарю там ходят. Всем доброго времени суток, дорогие друзья. А мы продолжаем с вами проходить симулятор бургерной, так называемый. Нам говорят пойти на работу, но, честно говоря... Опа! Подожди. Это у нас что? Что мы взяли? FM-трансмиттер. А-а-а! Почему FM-трансмиттер заспавнился здесь, я не знаю, честно говоря. Но в прошлой серии, давненько на самом деле, я не играл уже в симулятор бургерной, брал себе... перерывчик небольшой, так сказать, немножко отдохнуть в новогодние каникулы. В прошлой серии что мы сделали? Мы нарулили рецепт бомбы. Бомбой нам нужно по-любому взорвать. Первое, это отсек в музее. Второе, на нашей работе получается взорвать... ну, там, где холодильник, в общем, лед. Нужно расколоть. Excuse me. Давай... Подожди, давай с ребятами сначала пообщаюсь. А вот. У нас сейчас 252 бакса, а это значит, что мы накрафтим кучу вот этих вот взломщиков. По-любому. И попробуем повзламывать, как он задолбал болтать, честно говоря. Короче, взломаем сегодня с вами кучу вот этих вот вещей и попробуем накрафтить бомбу. То есть котлета окей, батарейка окей, часы где взять? Вопрос хороший, конечно, тем более у нас осталось только батарея. Короче, батареек нужно до жопы. Он прям болтает, не затыкаюсь. На работу, честно говоря, ребята, пока что идти не хочу. Честно говоря. Хочу все-таки повзламывать. Так мы и не повзламывали в прошлых сериях, поэтому не дали нам сделать это все. Раз, два, три, четыре. Давай четыре батареечки возьмем. Так. О, господи. Что еще есть? Так, клей. Ну давай, раз, два, три, четыре. Так, у меня еще два. Ну и батончики. И в принципе все. А, нам нужно найти место. Нам нужно найти место, где у нас можно найти часы. А, вот, обязательно. По-моему, даже в комментариях писали, честно говоря, но я, естественно, забыл уже это все, потому что писали это давно, вот. Но мы нет, мы по-любому как бы идем в хакерское логово, так сказать, и будем лутать, получается, эти передатчики. И нужно нам кучу всего продать, я надеюсь, что у нас получится это сделать. Что-нибудь вот здесь взять какой-нибудь кофеек, подзарядиться, как минимум. Нельзя. Так, слышь, попить можно? Нельзя. А, все, заполненный. Что-то очень громко. Я думаю, что у вас так же, но... Почему это все не естся? Опять батарейка, прикол. И убрать нельзя ее. А, ну я же могу так набрать. Короче, наберу так вот еще в руку и пойду продам. Главное, там все есть, а кофейка нет. Прикол, прикол. Ладно. Так. Все, steal and sell, так сказать. Мы вообще так-то по факту на работу можем не ходить, в плане мы можем на ставочках там поднимать всякую ерунду. Так, давай продавать. Найс, найс, найс. Ну это не будем. Не будем, конечно же. Так, вот это. Вот это. Ну-ка, 15, 17, 19. Ты смотри. А, он опять мне говорит, короче, по поводу музея, но я как бы туда уже ходил, поэтому... Я по-любому туда схожу. Окей. А, все, да? Ладно, забирай. А, больно надо, так сказать. А, приятельские часы тоже здесь. Пришло время ответить высокий восторг. Похоже, эти часы не работают. Так, давай, значит, так. Чип для передатчика.
Сколько их надо? Раз, два. Оказывается, часы можно купить. И, видимо, обставить свою хату. Ну, я не буду этим заниматься, как бы. А где часы-то? А во. И часы. Раз, два, три. Все. Смотри-ка. Найс. И бомба будет. Я этого не говорил. Если что, все нормально. Все в порядке. Никакой бомбы. Это я так прикалываюсь, так сказать, играю в игрушку. Вот. Значит, сделаем одну бомбу, получается. И на все остальное трансмиттеров. Сколько у меня трансмиттеров? Раз, два, три. А, два всего? Жи. Всего два я купил? Серьезно? Раз, два. А, ну да, у меня была одна батарейка, два трансмиттера и этих, получается, и часы, точно. Да как удобно, смотри-ка, в этом... Укради и продай, по факту все есть. Только мне кажется, часы в одном экземпляре. Он типа эти часы были заложены. Вот, и скорее всего, вот мне что-то подсказывает, что они были, честно говоря, одни там. Ну ладно. А может у меня есть часы где-нибудь? Нет, это мой босс? Или кто это вообще? Знаешь что, ни часов, ни хрена, ни хренашеньки что ли нет? Я подумал, это вообще река типа. Ну ладно. Не, а что там, как по будильнику я там просыпаюсь или... Не? Это так не работает. Сейчас опять это заболтает. Ну ладно. Так, все. Делаем трансмиттер. Найс. Так, пока вот сюда это все скидаем. А, котлету еще же надо купить. Ёкаламэне. Как открыть-то мне рюкзак? Подожди. Как рюкзак тут открыть? Говорит, полный. Ну, я знаю, что полный. Ну, ё-моё. Рюкзак. Так, батарея. А, дальше что? И, найс. Пока делаем. И последний передатчик. Да, мне вообще не интересует, что ты мне хочешь сказать. Но, честно говоря, реально, честно говоря... Господи, я уже думал, опять куда-то она задиспавнилась. Ей-богу. Так, часы, батарейка и котлета. Я вообще забыл, что котлета. Ну давай. Часы, пусть лежат. Батарейка. Так, клей еще, батарейки всякие, ладно. Так, это мы все с собой берем. Так, и котлеты. Ну, я не знаю, одну котлету. А, так почему оно само открылось? What? Ну мы котлету-то не купим. А, купим? Серьезно? Мы купили котлету. Кек вейт. Я просто думал, что мы только на работе сможем купить ее. А оказывается нет. Ну, найс тогда. Тогда погнали, сделаем бомбу. И как раз пойдем на работу и взломаем там дырку на работе. Опач. Бургерная бомба. А, слишком опасен для хранения в рюкзак. Ты смотри, что, а? А если я... А, блин. Слушай, мне кажется, что если я выкину ее, то... А, уже разблокировано. Все. А здесь-то нет. Так если я выкину, она взорвется? Слушай, мне кажется, что если я ее выкину, она взорвется. Я не хочу проверять. Я, честно говоря, вообще не хочу проверять. Давай купим, короче, кофейка, если нам дадут это сделать. Есть варик? Варика нет. Окей. Да ладно, мы... У нас... Я долбоеб. Да нет! Ну я выкинул ее. О, боже мой. Я случайно. Охренеть теперь. Я... Блин, ладно. Окей, хорошо. Сейчас быстренько сбегаем, сделаем еще одну бомбу. Но бомбу нам надо сделать обязательно. Абсолютно обязательно. Да подождите. Батарейка. Батарейка же, батарейка. Ладно, хорошо. Сейчас бегаем за часами. Смотри-ка. А часы есть здесь. Я только реально не знаю, почему она... Является заложенной вещью. Давайте я еще часиков куплю. Как раз две бомбы нам надо. А, мы, значит, два часа. Ага.
Две пары часов. Да? Двое часов? Как правильно-то? Подскажите. В общем, возьмем часики. Две штуки. И, соответственно, сделаем две бимбочки. Соответственно. Но заранее уберем сейчас... так, ну я, по-моему, нет. Все эти взломские штуки... Блин, а сначала лучше тогда взломать. Подожди, тогда лучше сначала взломать. Все вот здесь вот, в местности. Потому что дома по-любому нужно вот эти вот взламывать. Обязательно. Так. Часы. Оно у меня все есть? Да? Давай. Тогда сразу взломаем. Так, это взломано? Это взломано. А вот это вот не взломано. Давай. Погнали. Откроем новые тайны. Сюжетные, так сказать. Опа. Дурачок. Опа. Найс. А, так это той, это комната Тоя. Don't sleep, open inside. Что? Это отдельная локация с комнатой нашего коллеги. Охренеть. Но он уже совсем, видимо... Ничего себе у него телевизор. Или, подожди. Это точно телек? Чё? Чего? Подожди. Это телек? Реально телек? Его maybe включить можно? Здравствуйте, меня зовут Тедер Оливер Эмерсон. Моя семья зовет меня Тео. А мои друзья звали меня Тоя. Я с детства хотел избавиться от этого прозвища. И наконец сделал это, когда попал сюда. Сейчас я бы отдал все, чтобы услышать, как они еще раз называют меня Тоя. Офигеть, он походу все понимает. Но мне кажется, что он сбрендил капитально. Так, давай, можно офнуть? Нет, офнуть нельзя. Опача, нормально. Шандарахнуло меня. Это что такое? Ой! А что произошло? Что я выпил? Ну той, короче, нормально жмыхается, походу. А, у меня энергия-то ушла вся. Что со мной? Так, я возьму побольше этого дерьма. Так, это что такое? А, это игрушки он коллекционирует. Бабки. Так, батончик захавали. Опа, все нормально. Зря я все это хаваю, честно говоря, потому что, ну, надо было это сейвить, чтобы потом захавать, чтобы потом бабки не тратить. Ну, ладно. О, найс. Слушаем дальше. Я застрял здесь, в Нью-Элизиуме. Это фальшивый город. Я не знаю, как выбраться отсюда. Если вы слышите это, вы должны мне помочь. Думаю, есть и другие, и вам нужно поторопиться. Они что-то делают с нашими мозгами. Я теряю память, начинаю забывать... Почти все. Офигеть, ну он помешанный. Он просто помешанный уже на этой ферме. Ага. Спит в каких-то... Спит, блядь, с открытыми глазами. И в каких-то, блядь... Джинсах в оптигон. Это ты шептала, тварь? Но он вроде с кайфом спит. Но потихоньку сходит с ума. Так, окей. Все, мозги окислились капитально. Ну такая, секси-криповая коровка. Осуждаю, конечно, ну. Ладно. А, да, нормально. Чисто просто параша. А чё, дырка, блин, куда-то, наверное? Или это просто это свалка? Там внизу просто свалка, видать. Ага, ага. И чё, чё? А-а-а, вон оно чё. Я понял. Прикол. Ну, конечно, прикол, блин. Так, окей. Так и чё, всё? Ну, типа. Реально всё. Тут как будто тоже вот на него можно щёлкнуть, но... А. Не, смотри, он светит чё-то. Ладно. А-а-а, да?
Не, ну просто, может быть, я что-то еще тут не залутал. Да и вроде просто подчекали историю, типа, и все. Вроде даже никаких секреток таких прям. Ну просто зачем прям загружать эту локацию, когда, ну, по факту, такая же комната, как и другая комната, в принципе, хз даже. Ага, попробуйте убрать засов. То есть изнутри как-то, наверное, можно попасть. Ладно, идем взламывать дальше. А почему убрано-то? Почему засовы везде? Не понял, а почему везде засовы? Камон. Это супер странно. Типа, через какие... Чего? Алло? Алло? Кого? Чё? Я трубку-то не взял. Алло? Кому что надо? Это какая-то раздвижная дверь, между прочим. Ну, звуки страшные, конечно. Да не, мы здесь все, и тут как бы ничего сверхъестественного нет. Да? Алло? Засов не убрать. Не, так, а все остальное, вот, эта шляпа открывается, хорошо, но у нас сбрасывается каждый раз, на удивление. Эта дверь просто не открывается. Блин! И это тоже не открывается. Но там внизу же как-то можно эти засовы убрать, но и пока... Пока, честно говоря, не особо представляю, как это сделать. Ну, спит. Какая-то ночлежка. Кого ночлежка? Maybe тоже тут подорвать? Ну, нет, там был бы знак, что можно подорвать. Ладно, хорошо, тогда идем, берем бимбочку, бомбочку. И идем работать смену и взрывать. Да-да-да. А ты что думал? Что, так просто, что ли? Идем крафтить, так сказать. I see you looking at me. Got something to say? Паста. Ой, какая... Да подожди, стой. Фак. Блять, котлета. Почему это здесь лежит все? Вопрос. Как? Да я не хотел клей! Я не хотел клей! Подожди. Все, она не прокликивается. Хотя вот отсюда я мог брать. Охренеть. Ну и что делать? Подожди. Хакер? А может быть, FM-трансмиттер опять будет? Чё я набрал говна какого-то? А, да! Так давай, ну ладно, давай еще тогда сделаем один. Батарейка-то есть? Часы? Бля, батарейки-то нет. Пойдем за батарейкой. Чё-то вообще, блин, ну ладно. Бабки есть, так сказать, могу себе позволить. Сколько у меня часов? Раз, два. Все, найс, две батареечки есть. Погнали делать злодейство, так сказать, противозаконные немножечко, но нас никто не слышал перед купами, мы не спалились. Поэтому все четенько. Все под контролем, абсолютно. Так, взял, убрал в рюкзачок. Так, батарейка. Че дальше? Так, это не надо, не надо, не надо. Клок. Да, клок. И... Ничего не вижу, подожди. А где? А! Да ёкалэмэнэ! А чё, она свежая должна быть? Фак, она стухла. Блин, я не буду экспериментировать, мужики, мужики, я экспериментировать не буду. Я лучше пойду и куплю нормальную свежую котлету. Реально, а даже две, потому что там надо две. Потому что часика у нас два, между прочим. Раз. Да кто знал-то, что они стухнут, ёкел-палки. Все. А мы уже двери не закрываем, мы все как родные. Да что ж ты будешь делать? Самое главное, чтобы не стухло. Я надеюсь, я могу ее взять и да. Хотя бы так. Ну фак, да что ж ты. Не, ну это пипец. И все мне вот так вот с ней ходить? Ты серьезно? Давай вот. Я ничего с ней сделать не могу.
Я рюкзак не могу открыть, чтобы сделать еще одну бомбу. Ладно, погнали, взорвем нашу работу к чертовой бабушке. Хорошо. Почему, собственно, и нет? А потом сделаем еще одну бомбу. И потом уже взорвем... Да что ж ты меня так пугаешь-то? Дурачок, что ли, совсем? Сумасшедший. Все, погнали на автобусе. Смену не открываем, сначала бахнем, там все обследуем, а потом откроем смену, так сказать. Вот. Чё там происходит? А чё, мне босс звонить не будет? Чё за взрыв был? Ты видел это? Что-то взорвалось. Это ты буянишь? Давай-ка не буянь, а? Ну, конечно, на работе уже. Конечно, ты на работе. Так, ну, ты ничего не видел? Ты ничего не знаешь? Ты ничего не скажешь. Все, ты попробуйте закрыть меня, ироды. Так, ну давай. Хорошо замерзло, нужно что-то подорвать. А, так, пф. Ну, во, все. Будет слышно, не будет слышно? Ну-ка. Че, бахнуло уже? Вообще слышно не было. А, и чё? Не понял. Ну так бомбой, наверное, подорвать, нет? И чё? Чё, не работает? А как было? А чё не работает? Чё не так? Чё бимбочка не работает? И почему холодильник работает? Может, холодильник отключить? Может, она... А, может, она на холоде не взрывается? Чё думаете? Ну, я в другом месте-то не буду проверять. Чё это такое тоже? Ну, так хорошо замерзло, нужно чем-то подорвать. Ну? Так, подожди. Клейки, хакер, лок. Чё за... Чё это за говно? Как оно называется? Донован драфт. Залупа какая-то. Джогдут. Чё за джогдут опять? А, это я говно это взял. А нахера я это взял? Оно не выкидывается? Чё, серьезно? Не выкидывается, прикол. Ладно, пойду мусорку выкину. Чего ты сказал там? Чё, не выкидывается-то? Охренеть, блин. Прикол, не выкидывается. А, хорошо, ладно. А как? Возьми. О! Я пока здесь положу. Ладно, ты последи. Ты последи. Окей, хай. Вот это вот, короче, два... Вы чё, вообще охерели, что ли? Вы чё, нихера не выкидывается-то, Я даже еще смену не открыл, уже меня что-то шугают. Сумасшедшие. Так, все, ладно, это в минус. Я просто хочу проверить, он говорит, что рюкзак полный, еще я не смогу ничего. А, это я две штуки типа и взял. Ладно, окей. Так, это бомба здесь? Бомба здесь. Ну, говорит, предмет слишком опасен для хранения в рюкзаке. Бургерная бомба. Ну? А, на Е! А я зачем тогда на Е нажал? Я думал, я ее скинул просто. А я на Е нажал и поставил ее. Ух ты ты! Так, и чё тут у нас? Бля, подожди, подожди. Может, энергию лучше? Погнали это, лучше энергию. Да, ёкалы. А можно выбраться? Плиз? Я не могу выбраться, прикол. А энергия закончится у меня, я сдохну, и чё делать? Охренеть. Ладно, погнали. Но энергии-то у меня не будет. А это прям... Это прям пол. О!
Сначала избавьтесь от воды. А, да ты чё? Окей. Затопленное помещение какое-то, ты смотри. Ладно. Тут у нас чё? И чё? Я, походу, задыхаюсь немножко. Надеюсь, пугать меня не будете с клеймаками подводными, а? О! Найс. Опять кафешка. Кафешка под кафешкой? Опять? Серьезно? Ребята, ну вы серьезно. Так, здесь ни хрена, дырки. Подорвать. Мне кажется, все типа взорвать, что ли? А если я не хочу пока? Это я ходил, надеюсь. Я надеюсь, это мои шаги были. А не чьи-то еще. Ты я шагаю или нет? Я не знаю, у меня заканчивается энергия. Мне бы чуть попить. Кто-то прошел. Ребята, кто-то прошел. Кто-то ходит здесь. Ну все, меня заскрематурят жестко сейчас. Эти базарю там ходят. И чё? Так, подрываем. Нет, кто-то здесь прям шляется. Это прикол, наверное. Охренеть. Но у меня прям энергии супер нет, надо батончик хавать. Офигеть, сколько я денег просрал, у меня всего сотка осталось. Да кто там ходит? Да везде шаги. Что ж ты будешь делать, а? Куда мы идем? Ну-ка. Я E7. Меня раньше держали в симуляторе бургерной. Технологии там были слишком эффективными, а гипноз слишком сильным. Меня тошнило. Все вокруг искажалось и дрожало. После того, как отключилась симуляция от сети из-за большого взрыва, мне удалось выбраться оттуда, но... Компания Paragon схватила меня и привезла сюда, в счастливый бургер. Мне кажется, что симулятор закусочный намного старше амбара. Гипноз гораздо слабее, и я снова стал вспоминать, кто я. И где я? Чего? А я где? А можно попить там, ну, в плане не именно здесь, а вообще, как бы тут-то я... ты дерьмина, что ли, ходишь? Ага, хорошо, давай. А мог ли я ими взорвать? Подожди, серьезно здесь это... здесь это было вообще? Когда-либо? Ну, так-то маловато приколюх нашли, честно говоря. Ну, типа, не так много, как хотелось бы. Так. Нет, батончик скромный нам не нужен. Нам нужен батончик XL. Найс. Погнали, подлутаем бабки. Надеюсь, что они будут. Так. Чё нам, так сказать, оставили высшие силы? Сегодня на детской площадке. Нифига себе, прикол, дети играют просто каждый день. Приходят в бургерную, родители хавают бургеры. Дети бегают на площадке и лутают жесткие бэбки. А чё, для детей-то нормально. О, смотри, раз. И все, и опять соточка. Кайф, кайф. Так. Ага. Главное тут опять никого не встретить. Так. Все, свет включаем. Или теряют, наоборот. А мне кажется, они теряют деньги, наоборот. Так, премию я хочу. Ну, возьми, пожалуйста. А что за звуки такие да. И чё ты хочешь мне сказать по этому поводу, а? Говно. Ну-ка. А чё, не могу кинуть? О! Что такое? Слышь! Без фокуса! Я шугнул его, кстати. А я его, ребята, кстати, шугнул, если что. Если вы не знали, вдруг я его шугнул. И он, походу, на меня бугрутнул. Надо еще будет батончик хавать.
Раз, два, три, четыре. Так, премия будет по-любому, ребята. Мы работаем на премию с вами по-любому. Так, 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 так. Только главное, чтобы никто не спиздил эти коробки. Блин, такая кайфовая игра, не знаю, мне прям вообще супер нравится. Она и страшная, и симулятор, и вообще все вместе, елки-палки. Задание из списка вы... А, это одно, 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 да, точно. Одно. Да что за звук такой нагнетающий-то? Постоянно, вроде ничего такого, вроде все нормально. Конечно, уже пипец утро, и нужно, конечно, уже работать, но... Может, поэтому и усугубляется, типа, чтобы я уже работать начал? Ну, наверное. Так, берем еще батончик. Все. Мы полны энергии, да, дружище? Все, начинаем жестко работать. Сразу же... А, ну да, точно, точно. Это потому что из-за этого. А там, фак, кто-то шляется. А не знаю, может, я там ничего-то еще не обследовал? Еще раз пробежимся там или что? Я еще раз хочу пробежаться. Ну реально, еще охота пробежаться, потому что мало ли. Может, мы что-то здесь не нашли еще. Так, быстренько так оглядимся, посмотрим. Тут уже бояться некого. Может, рисуночек. Что-то еще здесь завалялось. А то я что-то засал и это. Может, в кассе. Не-а, нифига. Может, здесь что-нибудь есть. Нет, смотри-ка, все, в натуре. Это, походу, все. Ладно. Тогда возвращаемся. Блин, ну я на батончиках разорюсь, честно говоря. Мне бы кофейка с собой с утра брать. И тогда нормально побегаем, попрыгаем. Перед работой прям раз выпиваю, открываю смену и погнали. Жарить все, готовить. Парить, 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 варить, так сказать. Так, ну ладно, все. Давайте начинать. Чего происходит? Почему такая музыка? Я вообще с ума схожу от этой музыки, честно говоря. Да реально, что за музыка-то такая? Ах ты, блядь, да что ж вы... Что ж вам не имется-то, а? Не, музыка меня прям супер угнетает. Реально, супер угнетает. Клейки и хакеры... Вот это говно, короче, тоже надо выкинуть пойти. Она тупо забивает инвентарь. Так, все. Все остальное нормально. Все штуки выполнил? А, я еще не прибрался, точно. Нифига себе. Блин, уже столько серий идет. Ну а что, ну мы подготавливаемся. Мы, так сказать, это все уже осознанно максимально играем. Тут, ребята, не до шуток. Тихо. Опа. Все, премия. А что забыл? А что забыл-то здесь? Ну-ка давай, не надо, не надо. Ой, нужно открыть. Ага, я понял. Я пойду еще куплю батончик. Да ладно. Да ладно, ребята, мы сейчас столько бабок поднимем. Вы, во-первых, просто закачаетесь от количества зелененьких у меня в кармане. Реально. Залутаем кучу бабуль. Там уже все ломают. Просто с нулевой душат, ты понимаешь? Душат просто с нулевой. Так, это давай. Это уже готовится. Картошку, наггетсы. В музее есть все. Так. Уже пришли. Да я понимаю. Я понимаю, что музей, не музей. Надо наготовить, подставить. Слушай. Раз, два, три, четыре. А, ну да. Так, свинина. Почему они начали орать? Это норма, нет? И потом это все в рюкзак. Так, свининка. Давай ты не будешь убегать, хорошо? Шейк-шейк. Шейк-шейк, май бадди. Окей, шейк. Шейк, ну пока изи, слушай, изи. И клинтосиков пока нет. Нормально, готовы, не готовы, пока не готовы. Пока еще не готовы. Уже просто стекла уничтожают. Да что за вандалы такие, я просто не понимаю. На, кайфуй, обшейкуйся, братишка. Обшейкуйся просто. Так, готово.
Готово, хорошо. Так, котлеты убираем. Все. Я опять какие-то шаги слышу. И почему клиентов нет? Почему так мало клиентов? Да иди же, пассатижи! Ты можешь от меня отъебаться, слышишь? Давай не надо, говно. А где клиенты? 5 минут клиентов нет, я тут готов. Я готов просто как метеора всех обслуживать. А оно не это. Так, и сосиски нужно еще взять. Сосисочки. Уже поставить, готовиться. А-а-а, горит, 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 свинья! Выключил бы приборы, ну что ж ты такой? Так, куки, софт-дринк. Вообще, без базара, чувачембус. Я тебе тут такое... куки, куки, куки. Это ж куки? Это куки. Все. Куки готовятся. Сосиски жарятся. Раз, два. И софт-дринк. Да еб... Ладно, сосисочка полежит, пока ничего страшного. Я полы мыл, полы чистые. Скрипят. Что за звук? Только так скрипят. Ну давай готовься, а что так долго? А чё так долго? Народа прям супер мало. Приборы включенные? Включенные, ну. Ты смотри, просто готовится. Так. Да фак, полежи пока здесь, сосиска. Все, печенька с кофе готова, кайфуй! От души душевно в душу, так сказать. Так, у тебя чё? Я готов, я метеор. Йоо, хэппи дог, но мускард, хэппи дог, но мускард. Ну я готовился, мужичок, я готовился. Я готовился только так. Так, ному старт. Готово. Так, сосисочку пока так. Так, так. Готово. Раз. Ному старт. Фантастик фовел сэндвич но латук. А фовел это что? А это сейчас у меня в руке или... Давай лучше вот так вот сделаем. Фовел... А что надо-то теперь? Давай выкинем и возьмем вот это говно, спрячем, и скорее всего это будет фовол. А фовол это что? Я что-то не понимаю. Харм. А, во, в натуре, свинина. А фовол это что? Я забыл. Я понял, все. Извиняюсь, зря быканул. Чикен надо. Чикен пати. Все. Это убираю. Так, но латук. Это салат у нас, если что, по-английски. Это у нас по-английски салат. Поэтому мы вот так вот делаем с кайфом. Только почему без соуса, кстати, вопрос возник. Какой хрен пойми серии, возник вопрос. Какого хрена без соуса? Мы же, кстати, можем еще прок... Охренеть, я вообще это забыл! Тут прикол же, можно это просто ведь доп. Время заказа... Ой, а что такое? Нифига, что-то наулучшал, блин. Ой, а давай не надо, а? Что-то я наулучшал тут этими так называемыми монетами улучшения. Что-то все потратил? Или что это такое? Текущее улучшение персонала. Что? Что-то поломалось все. Драйв. А, включить драйв. Не-не-не, драйв не буду включать. Так, Фантастик Фувел опять. Но томата. Так, наггетсы, софт-дринк. Софт-дринк-то не поставил. Йо-кале, майонез, котлетой бегаю, как дурачок. Так, наггетсы взял. Наггетсы взял. Все. Что за факинг звуки здесь происходят? Так, наггетсы. Софт-дринк там уже поди за софт-дринк, за софт-дринкался. Так, и чё? И Фантастик Фовел опять? А у меня Фовела вообще нет, представляешь, чё? У меня ж Фовела-то нет. Ах ты, гандила паршивая. Ну кто тебя вообще звал? Кто тебя приглашал? Так, давай два Фовела возьмем. Надо уже хавать, кушать. Ну смотри-ка, слушай, думаешь, чё? Думаешь, быстро приготовиться? Мы же там что-то напокупали. Улучшение гриля, все дела. А чё, гниет? А это чё за говнина? Почему она здесь? Антисанитарии нам здесь. Ты смотри, как быстро приготовилась. Ого. Так, без томатов, если чё. А чё, чё за говно? Засор в туалете. Ну подождёт, подождёт. Подождёт засор. Так, без томатов, без томатов. Так, ещё, значит, без томатов, значит, с двумя огурчиками. Так, всё готово.
Кайфуй! Засор в туалете нужно устранять. Обязательно. А как? А я не знаю как. А как? А, вот так. Ну, изи. Так-то изи. Блин, минута осталась. Хэппи дог, софт дринк. О, ты налил, красавчик. Слушай, помощник хуев. А, сосиски, сосиски. Да я не успею, мне кажется, я не успею два дога сделать. Представляешь, что надо сделать два дога. А как это, блядь, выключено? А какая-то сука выключила, представляешь? Так, 34 секунды. Алло! Да работает вроде. 20 секунд. Так, все, я готов. Не, ладно, похер, пока так. 20 секунд. Нормально, в темноте. И сразу навалились под закрытие смены. Сумасшедшие, что ли? 15 секунд. Ну, быстрее, пожалуй, я не успею. Все, ГГ. Да фак, я не успею. А-а-а! Ну, фак, я не успел, ну... Я не успел. Ну так-то понты вообще заработал, честно говоря. Ладно, нахер, блин. Совсем чуть-чуть осталось. Окей, хакер. Так, бургер тоже нахрен выкидываю. Ну вот мне немножко руинили, конечно, все мои вещи. На, пожрешь дома, короче, это от меня. Ну смотри, 82 бакса. Слушай, очень даже... А что тут написано вообще? Продление таймера. Таймера... Азов 1, длительные 30 секунд на азы. Продление таймера заказов 1, длительное дополнительные 30 секунд на заказы. Улучшение гриля 1, на 20% быстрее, на 50% быстрее улучшение напитков. Короче, все готовится супер-супер-супер быстро. Так, ну все, я, короче, домой, все, я устал. Я устал, что-то я сегодня столько дел сделал. А я могу еще что-то взломать, кстати, здесь? Есть вообще инфа? Я хочу просто по максимуму сегодня, так сказать, плодотворненько. Не, тут как бы все. Ну ладно. Окей, хорошо. А где мы что еще можем взломать? Мне просто казалось, что я у себя дома могу взломать... Не, музыка вообще как-то катастрофическая играет, блин. Тут хер там ходит. Ну ладно, гуляет, что, проветривается. Нужно отметиться Смотри-ка, что, я забыл отметиться. Так написано, что идите домой, а это... А я что-то даже не отметился. Забыл! Все, премия. Ну, нормально. 209 баксов. Хорошо. А что вывеску-то? А, она сама отключилась. Я ее не отключал просто. Не, как уехать-то на автобусе? Нельзя, прикол. Главное, сюда можно, а обратно нельзя. Вот те раз. Давайте по пути еще куда-нибудь сходим, посмотрим. Может быть, можно будет взломать реально еще какую-то штуку по пути. Я, по крайней мере, надеюсь. Или реально только взрыв? Может, зря я наделал столько взломов, что взломать больше ничего нельзя? И мне казалось, у меня дома там прям каждую хату можно взломать. Ну, что-то так показалось мне на самом деле. Но, походу, нет. Ну, там просто как бы не открываются... Оставшиеся эти комнаты. И все. Ничего больше не открывается. Ничего не открыть, ничего не взять. Хотя можно. Что вот. Иногда, короче, возвращаюсь домой, игра начинает так дергаться странно. Ну, эти штуки... Ну, нет, они не открываются. Они просто... Ну, я хз, они не открываются. Короче, у меня сбрасывается мой рюкзак. Холодос вообще не работает. Может, на какой-то полке что-то можно положить, оставить? На столе там, может быть. Что это за говно? Какой-то лор. Хер с ним. А, давай, знаешь, что сделаем? Мы положим это сюда. Я надеюсь, что оно не сбросится, когда я выйду из игры. А то, ну, это совсем скам, ребята, будет. А чё? Чё за звуки? Реально, если оно сбросится, ну я за себя не отвечаю. Это пипец скам. Это, блин, как будто вообще из игры. А чё, котлета, кстати, свежая. Надо в холодильник убрать. Холодильник ни хренашеньки не работает, но... А почему полотенце валяется? Даже не повесить.
Что? Блять. Что здесь происходит просто? Ладно, осталось в музее. Не, меня реально, меня зовут, короче, в музей, чтобы я в музее взорвал бомбу, и там, скорее всего, дальше мы пойдем по сюжету. Ну, мы на этом, соответственно, остановимся, ребят. А вам большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, комментируйте, оценивайте данное видео, если вам понравилось. Увидимся в следующих прохождениях симулятора бургерной, в других играх и на моих стримах. Всем ба-ба.